Александр Скичко. Популярный телеведущий, неподражаемый пародист, юморист и актер. На счету у Александра более 300 прямых эфиров, съемки в телешоу, сериалах и различных топовых телепроектах. Все началось с того, что в 2009 году Александр стал победителем одного из самых рейтинговых музыкальных шоу «Караоке на Майдане». Открыв в себе талант пародиста, в 2010 году Александр становится полуфиналистом телепроекта «Украина має талант», другий сезон. Зустрічайте, Олександр Скічко. Значить, головне, щоб всі декорації були в голубих тонах. После триумфального дебюта на телеканале СТБ Александр получает предложение принять участие в аналогичном шоу «Минута славы» на Первом канале. Добрый вечер. Добрый. Знаете, очень приятно, что вы пришли к нам, да? Костюм у вас, видно, не русский у вас. Это что? Что это за марка? Бербери. Не знаю такой марки. Убрать этот костюм. Собственно говоря, вот видите... Александр Васильевич, это наша фабрика, наша московская, народная. Правильно, Александр Васильевич? Советую сказать «да». Но он очарователен, он обаятелен, молод, Александр Васильевич. Оставив позади тысячи участников проекта «Минута славы», Александр Скичко становится суперфиналистом. Победителем в номинации «Артистизм» становится Александр Скичко. После победы на «Минуте славы» Александр начинает сотрудничество с музыкальным каналом «Муз-ТВ». Он становится основным ведущим утреннего шоу «Добрый монинг». Добрый монинг, друзья! Просыпаемся, бодримся. Это утро набирает обороты. Это «Добрый монинг». Так что мы с Лерой пошли на кастинг, а вы пока посмотрите. Ух, клип! Лер, ты поправилась. Осенью 2011-го Филипп Киркоров приглашает Александра стать участником вокально-танцевального шоу номер один на телеканале «Интер». На данный момент Александр Скичко является несменным ведущим самого позитивного утреннего шоу Украины «Подъем» на новом канале. Вона мені трохи іноді коробочку таку нагадує, тому що вона така абсолютно... Причому від холодильника німецької марки величезної. Мінськ! Якої німецької? Мінськ! І причому не отак далі йде, а отак прямо абсолютно. Що таке? Я вам принесла... Ти не вивіться по телефону розговори, да? Я тебе кажу, закажи, послухай, шашлик возьми, у вас що-то... Там дуже хороший ресторан, я кажу... Я подождите, я кажу, розговори по телефону, що ти мені постійно за своїми роботами тут? Кроме этого, он выступает автором и ведущим популярной молодежной программы «Мачо не плачут» на новом канале. Имея успешную карьеру на телевидении, Александр продолжает уверенно развиваться как пародист. Осенью 2012 года Александра Скичко признают лучшим пародистом России и Украины на фестивале «Большая разница» в Одессе. Спасибо, что пришли на мой концерт! Можно хлопать! Горни сейчас не согласен с тобой, ведь я больше похож на царя. Да что ты? Ты, Валера, сейчас оставайся с собой. Для меня ты сыграешь коня. Да. Лучше хлеб с тобой остался, ей-богу, Валера. Да, и вообще, эта сетка тебе не идет. И золотую тормашку получает дуэт Валерий Юрченко и Александр Скичко. Город Киев и город Николаев. Александр Скичко – это не просто хороший ведущий. Это симбиоз великолепных пародий, юмора и хорошего настроения. Александр Скичко работает совместно с лучшими авторами Украины, прорабатывая сценарий индивидуально для каждого мероприятия, создавая различного рода юмористические и пародийные ролики.